Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Как это работает? Загадочные явления, отменившие законы физики. Даже не падайте, не падайте. Этот человек был в шаге от смерти. А очнувшись, заговорил на 100 языках. Как объяснить феномен телекинеза? Двигайся, двигайся. И невероятную силу этого человека. Так, ты самое главное, не бойся. Что это? Генетический сбой? Такие мутации, они носят генетический характер. Или обычный трюк? Все тайны людей-феноменов от самой загадочной женщины. Вы готовы доказать это прямо сейчас? Почему бы нет? Раздевайтесь. Кто они? Шарлатаны или люди будущего? Выглядит убедительно. Я раскрою все тайны. 17-летняя Брук Гринберг из Балтимора до сих пор носит подгузники. Чудо-девочка не стареет. Если ученые поймут почему, возможно, они смогут отодвинуть старость и сделать нас бессмертными. Брук – настоящее чудо и подарок для науки. И она такая не одна. Людей с экстраординарными способностями – миллионы. Пирокинез, телекинез, телепатия, магнетизм. Существует ли все это на самом деле? Мы найдем лучших из лучших и исследуем их возможности. Скотта Милза называют человеком-резиной. Его кожа отстает от тела более чем на 50 сантиметров. И это еще не предел. Кожа Скотта в 10 раз эластичнее кожи обычного человека. Самое удивительное, что когда ее перестают растягивать, дерма сжимается до прежних размеров. Врачи уверены, такие уникальные способности объясняются врожденным заболеванием. Десмогенез – недостаточное развитие коллагеновых структур кожи. По словам врачей, у резиновых людей ослаблены оболочки стенок сосудов. И даже мелкие травмы чреваты для них разрывами внутренних органов. Но Скотт Милз не унывает. Он самый тягучий человек на Земле, зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса. А это индонезийский рыбак Деде Касавара. Его руки и ноги напоминают ветви дерева. Что это? Искусный грим или мутация? Вывод ученых. У Деде редчайший дефект иммунной системы, чрезвычайно низкое содержание особой разновидности лейкоцитов в крови. Организм не может бороться с вирусом папилломы человека, вызывающим бородавки. В результате на теле растут массивные древоподобные наросты. Из-за страшной болезни Деде потерял работу, и от него ушла жена. Недавно ему сделали несколько операций и удалили более 6 килограммов наростов. В прошлом было много вещей, которые я не мог сделать. Теперь я могу есть, писать и звонить по телефону. Казалось, человек-дерево перестал быть монстром. Но рост бородавок продолжается. Сначала у меня появился нарост на ноге, но я его отрезал. Потом они начали расти быстро и снова покрыли мое тело. Житель Мексики Виктор Гомес – один из самых волосатых людей в мире. Все его лицо покрыто густыми черными волосами. Вы самый волосатый человек в мире? Да нет, не думаю. Волосы на его лице растут настолько быстро, что бриться бессмысленно. Уже через сутки растительность появляется снова. Виктор жалуется, с такой внешностью на работу устроиться непросто. В основном приходится перебиваться случайными заработками. Все может быть работой, все может стать профессией, понимаете? Ничто не дается просто, и все по-разному. Но мне это нравится. И выступать в цирке мне, в принципе, нравилось тоже. Это редкое заболевание называется врожденный общий гипертиреоз. Нарушение работы щитовидной железы. Таких людей в мире всего несколько. В том числе житель Шанхая Эй Ю Джэньхуань. Раньше я скрывался от людей, запирал себя дома. А потом понял, что это неправильно. Эти шокирующие на первый взгляд свойства людей на самом деле легко объяснить с научной точки зрения. Но среди нас живут люди-феномены, чьи способности действительно необъяснимы. Каждое утро пенсионер Йоркин из Москвы начинает с добрых дел. Он разгоняет облака силой мысли. И это не фокус. Александр Николаевич утверждает, он владеет телекинезом. Я буду пытаться по очереди действовать на вертушке, вызывая их вращение. Колпаки, иглы и вертушки из фольги Александр Николаевич делает сам. А затем часами гипнотизирует неподвижные предметы.
Через некоторое время вертушка действительно начинает вращаться. Воздействие извне исключено. Специальный колпак полностью изолирует объект от сквозняков. Как он это делает? Я просмотрела досье на всех наших соотечественников, обладавших способностями телекинеза. Самая известная – Нинель Кулагина. Эти знаменитые кадры обошли весь мир. 70-е годы прошлого века. Нинель Кулагина двигает предметы, не прикасаясь к ним. Глядя на вас, многие ученые тоже решили провести ряд лабораторных опытов с Нинель Сергеевной. Вот легендарные эксперименты Нинель Кулагиной. Перемещение спичек, вращение стрелки компаса. Это необъяснимое явление изучали ведущие академики СССР. Нинель Кулагину положили в отделение психиатрической клиники, где исследовали людей с паранормальными способностями. За удивительной женщиной-экстрасенсом наблюдал профессор Алексей Иваницкий. Ей дал колпачок от авторучки. Она, значит, долго на него смотрела, двигала руками, переставляла его с места на место, сосредотачивала внимание. И в конце концов этот колпачок уехал. Профессор рассказывает, он был потрясен. Иначе как чудом это назвать невозможно. И только одна бытовая деталь заставила профессора насторожиться. В отделении, где исследовали Кулагину, был санитарный день. Нинель выдали чистую одежду и забрали в стирку ее халат. Мы увидели на этом халате, значит, такие привязаны к поясу, очень тоненькие ниточки, которые совершенно не видно. Зачем она пришила к халату нити? Невероятный сеанс телекинеза. Для этого нам понадобится спички обычные, солонка, ну и, конечно, сила мысли. Для чистоты эксперимента Роман накрывает солонку большой стеклянной колбой. Внимание! Сила мысли действует даже через стекло. Это не телекинез. Это можете сделать даже вы. Роман уверен, сверхспособности знаменитой женщины-экстрасенса легко объяснимы. Собственно, Нинель Кулагина, я думаю, заранее прикрепила нить к своему телу, либо к кофте. А потом просто обмотала предмет, который ей дали, и также закрепила либо воском, либо еще чем-то. Но если трюк с перемещением предметов легко объяснить, то как быть с крутящейся стрелкой компаса? Роман и тут находит объяснение. Закрутилась. Стрелка стала мне подвластной. А теперь разоблачение. Для того, чтобы у нас получился фокус с компасом, между пальцами должен быть зажат маленький магнит. Профессиональный фокусник уверяет, это совсем не сложно. Это может каждый. Я бы не делал преждевременных выводов. Если Кулагина была мошенницей, это не значит, что телекинеза вообще не существует. Александр Николаевич утверждает, что смог развить себе эти способности. Я лично проверю феномен на прочность и испытаю телекинез на себе. Я попросил Александра Николаевича повторить сеанс телекинеза в моем присутствии. Я проверю комнату на наличие сквозняков. Мы зажигаем свечу. Если пламя не будет колыхаться, помещение к проведению эксперимента готово. Фокусирую внимание. Вот сейчас вертушка замерла, я попробую ее сейчас вот вертеть. Она, значит, ожила. Для этого надо просто отключиться, внимание. Конструкция из фольги действительно немного сдвинулась с места, но мне это не кажется убедительным. Усложняю задачу. Вертушку размером поменьше помещаем в пластиковый контейнер с крышкой. Здесь, на самом деле, не все так просто. Прошло 3 минуты. Вертушка неподвижна. Еще через 5 минут Александр Николаевич сеанс телекинеза остановил. Говорит, пластик нужен другой. Через этот сила мысли не проходит. Этот пластик, он проводящий. Тот пластик? Нет, здесь обычный. Берем контейнер из другого пластика. Эксперимент должен быть чистым. Важно, чтобы вертушка была абсолютно неподвижна в начале опыта. Чтобы было понятно, что движения сейчас нет, можно вот посмотреть на рисочку, сделанную ручкой, да, и попробуйте совместить со стержнем. И видно, да, то, что сейчас одной линии относительно другой, ну, движения никакого не происходит. Александр Николаевич снова начинает концентрироваться. Время пошло. 5 минут. 10. На 13-й минуте вертушка внезапно сдвигается с мертвой точки. Двигается, ну, видно сейчас.
А как-то можно ее посильнее вот попросить, раскрутить? Ну вот, если бы. Для верности я прошу повторить эксперимент с вертушкой другой формы. Но сейчас почему-то неудача. Убираем эту вертушку. Александр Николаевич объясняет, пластик – материал капризный. И предлагает поместить вертушку в металлический каркас. Это у нас кастрюля. А теперь мы приступаем к водным процедурам. Несколько часов усилий, а фольга сдвигается всего на несколько миллиметров. Я ожидал большего. Жена Александра Николаевича и этого не видела. Пытался пробовать все время подвесить. В смысле? Мы отправляемся к единственному в Москве специалисту, изучающему телекинез научными методами. Профессор Ольга Каёкина утверждает, предметы заставляют двигаться уникальная активность мозга, и ее можно измерить. Таких людей действительно мозг работает несколько иначе, чем у обычных. Что мы будем использовать для исследования? Сейчас для исследования мы будем использовать многоканальный электроэнцефалограф. Йоркин вращает вертушку взглядом, а компьютер начинает снимать показания. Но все-таки существует какой-то энергетический луч, который направлен на предмет, который заставляет предмет двигаться? Как правило, он направлен из центра мозга в области лба. Обработка результатов по методу профессора Каёкиной показывает, мозг Александра Николаевича действительно излучает энергию. Источники сосредотачиваются в передней части головного мозга, и они изнутри, этот энергетический поток как бы упирается в области лба. Теперь моя очередь. Я обычный человек. Телекинезом никогда не занимался. Мой мозг, по показаниям энцефалографа, должен резко отличаться. На самом деле, скепсис мой увеличился после проведенного эксперимента с Александром Николаевичем, потому что и вертушки вертелись, как бог на душу положит. Мои данные, всё, данные полученные... Я не буду вас записывать. Вы поставили специально человека в невыносимые условия работы. Ольга Ивановна, да я... И после этого заявляете о своем скепсисе. Я буду говорить о скепсисе только в одном смысле. В том смысле, что я пока ничего сверхординарного не увидел. И вдруг произошло то, что потрясло меня самого. Я смотрю на нее, и я говорю ей двигаться. Она двигалась. Вот смотрите. Вот я приказала двигаться левой. Ну, правой. Видите? Внезапно выяснилось, я тоже обладаю способностями к телекинезу. Мой мозг также демонстрирует аномальную активность. Если он будет еще стараться и заниматься какими-то техниками, то, наверное, скорее что-нибудь раскроется. Иллюзионист Роман Лутошкин не верит в телекинез. У меня есть свое мнение по этому поводу. Для этого нам понадобится спица и конструкция из пищевой фольги. Роман собирается доказать. Сеанс телекинеза. Легко устроить, если вспомнить школьный курс физики. Мне потребуется кружка и горячая вода для создания тепловой конвекции. Воздушные потоки сделают свое дело. По-моему, выглядит вполне похоже на то, что делал наш герой. Но я не пытался двигать предметы силой мысли. Я просто вспомнил законы физики. Управлять предметами силой одной только мысли – это, оказывается, не миф, а реальность. Наш мозг – это мощнейший компьютер, и он вполне может одними только импульсами творить чудеса. Уже можно печатать без рук, лишь думая нужные буквы. Управлять инвалидной коляской только сигналом из мозга. И даже устраивать схватки ума с противником. Мы нашли тех, кто поставил силу мысли на коммерческие рельсы. У меня в гостях создатели «Игры разума». Название этой настольной игры можно перевести как «Умный мяч» или «Следи за шариком». Два игрока при помощи силы мысли двигают мяч. Побеждает тот, кто закатит его в ворота соперника. Здравствуйте, Михаил. Расскажите, как это работает? Здравствуйте, Анна. Для начала вам нужно надеть бандану. Встроены два энцефалографа, которые улавливают импульсы головного мозга и передают их на считывающее устройство. На экране вы видите две энцефалограммы. Игрок 1 – это вы, игрок 2 – это я. Выиграет тот из игроков, который будет по максимуму уверен в себе, в своей победе и в своих силах. В отличие от большинства игр, здесь побеждают не самые собранные, а самые расслабленные. Чем ниже уровень мозговой активности, тем больше шансов на победу. На самом деле, в данный момент вы у меня выигрываете. Потому что ваш альфа и тета-ритм гораздо ниже, чем мой. Наверное, я немного волнуюсь, но я постараюсь собраться.
два магнита перемещают шарик по стальному столу под пристальными взглядами соперников. Но то, что сейчас выглядит как детская забава, на самом деле технология, которая изменит будущее. Победили. Это научное достижение несет не развлекательный характер. Оно полезно в прикладном смысле. Так люди с ограниченными физическими возможностями научатся самостоятельно перемещаться по городу и пользоваться интернетом. И даже получат роботов-помощников, исполняющих все, что придет в голову хозяину. И это не телекинез. Смотрите через несколько секунд. Плюсы и минусы человека-магнита. Вот она, 66 килограмм. Что заставило Мухтара Гусингаджиева свернуться в бараний рог? Я приехал в Москву и тоже не знал, где ночевать. Сможет ли Роман Лутошкин повторить рекорд из книги рекордов Гиннесса? Я на самом деле не знаю, что у нас выйдет из этой затеи. И в чем слабость самого сильного человека? То есть здесь есть так называемый грыжи шмотли. Сразу после короткой рекламы на РЕН-ТВ. Я раскрою все тайны. Помню еще со школы. Главный принцип работы магнита – наличие двух противоположных полюсов – плюса и минуса. Такой трюк по силам любому ребенку. Берете железный предмет, обматываете проволокой и пускаете ток. Никакого чуда. Физика для школьников. Но как это работает с человеческим телом? Выходит, если человек-магнит также притягивает предметы, его тело отличается от тела обычного человека? Как считаете? Внешне похоже на фокус, но чтобы убедиться наверняка, я найду еще одного человека-магнита и проконтролирую частоту эксперимента. Может быть, он приклеивает предметы к коже? Приведи его ко мне. Я лично хочу все проверить. Человек, примагничивающий к собственному телу бревно или, скажем, мраморную плиту, превосходящую собственный вес 2 раза, это нонсенс, против закона физики. Я хочу увидеть это собственными глазами и понять, как он это делает. Обычная пятиэтажка в обычном спальном районе. Я рассчитывал на большее. Как-никак чудо-человек. Здравствуйте. Здравствуйте. А человек-магнит у вас живет, по-моему, да? В тесной хрущевке на окраине Чебоксар не протолкнуться. Большая семья Васильевых в сборе. На кухне хозяйничает отец семейства Михаил. Тарелки и ложки до стола доносят на себе. Да вот это сюда возьмем. И сюда хотя бы. Так, так. Невероятно! Михаил приклеивает к телу тяжелую полку, да еще и кота сверху сажает. Позови кот к себе, позови. О, фотоаппарат. Могли бы фотоаппарат снять меня. Васильев – самый сильный живой магнит в мире. Способен удерживать без рук до 165 килограммов. Даже когда не хочешь, если вот так вот подложишь ему ножку, то тогда примагнится. Следующее чудо. Человек-магнит достает мраморную плиту весом в 66 килограммов. Да я не подниму. Вот так, по крайней мере. Нет, вот так я не подниму. Нереально. В одиночку я не могу сдвинуть глыбу даже с места, а он вешает ее себе на грудь. Вот она, 66 килограмм. Вот, пожалуйста. Мы попросили прокомментировать эти кадры Всеволода Твердислова, заведующего кафедры биофизики МГУ. Профессор уверяет, с научной точки зрения притягивать предметы кожей невозможно. Это какой-то замечательный, блестящий фокус какой-то. Невероятно, но и это не предел возможностей Михаила Васильева. Следующий в обязательной программе – подход к 85-килограммовому снаряду. Вот, пожалуйста. В это сложно поверить, но Васильев действительно держит вес, превышающий его собственный, без помощи рук. Убирайте. Это уже ощутимо. Ощутимо? 85, да. Ощутимо где? Позвоночник? Вот здесь. Мне ощущение, что такая тяжесть должна порвать кожу просто. Ведь кожа должна вся вот сюда съехать. И ничего этого нет. Но дело вот в чем. Конечно, он держит вот так вот, отклонившись. 30 килограммов уходит. К намагничиванию железных предметов я еще был готов. Но как объяснить факт, что тело Васильева притягивает даже диэлектрики? Например, дерево или стекло. Первая гипотеза биофизика – необычный состав пота. Человек обладает свойствами кожи. Кожа его умеет в каких-то… Может быть, он возбуждается. Может быть, он то, что вот себя внушает, он входит в определенное состояние, кожа что-то выделяет. Если протереть его кожу, допустим, эфиром сейчас, то, возможно, все эти эффекты тоже кончатся. Как будто, предвидя скепсис профессора Твердислова, человек-магнит опровергает версию про пот. На себе тяни, на себе. Я проверил. Действительно, кожа сухая.
А есть что-нибудь, вот, как люди говорят? Нет. Как оказалось, и дочь, и сыновья талантами в отца. Смотрите, младший Ваня может то же самое. Даже не падай, не падай. Старшие Сережа и Оля тоже не отстают. Теперь вот так возьми, как я. Вот так возьми. Вот и все. В чем же секрет? Как он это делает? Сергей Светлов из Москвы утверждает, что наделен точно таким же даром с рождения. Сергей, вы готовы доказать это прямо сейчас? Почему бы и нет? Ну, раздевайтесь. Для чистоты эксперимента кожу человека-магнита я протираю специальным составом. Ну что ж, начнем с чего-нибудь легкого. Например, с ложки. Это впечатляет. Попробуем что-нибудь потяжелее. После ложек в ход пошли металлические трубы разных размеров. Это кажется невероятным, но к коже этого суперчеловека прилипает все. Вынуждена признать, выглядит убедительно. Хотя, я, кажется, догадываюсь, в чем здесь секрет. Роман Лутошкин готов доказать. Человеческий магнетизм не более чем шарлатанство. Здесь я тоже готов выступить с разоблачительным экспериментом. Но для начала мне нужно раздеться. Через рубашку этот фокус точно не получится. Обычная ложка прилипает к телу, как к огромному магниту. Вуаля, я человек-магнит. Сейчас переходим к венцу нашей программы и утюгу. Будет ли он нас держать? Можно еще добавить сковородку. Здесь нет никаких сверхъестественных способностей. Роман использует лишь законы физики. Сила трения не более того. С помощью этого геля я увеличил контакт между поверхностями. Когда он подсыхает, становится вязким. Единственное, что мне не ясно, как это работает с 80-килограммовыми плитами. Видимо, принцип тот же. Заведующий кафедрой биофизики МГУ профессор Владислав Твердислав говорит, секрет человеческого магнетизма на самом деле может объясняться довольно просто. Речь идет не о каком не о магнетизме, а об адгезивных эффектах, эффектах прилипания. А если бы это была пористая бумага, ну, картон, допустим, вот, а в картоне свинец. Это было бы другое. И все-таки существуют люди-феномены, чьи способности по-настоящему необъяснимы. Наталья Ивис, с виду самая обычная молодая женщина. Сегодня она покупает платье в модном магазине. Продавщица замечает странные покраснения на спине покупательницы. А что у вас, девушка? Были проколы? Я выдержала вес? Это не просто проколы, а следствие уникальных способностей Натальи. Это штанга, которую я сейчас буду держать на спине. Конечно, она очень тяжелая. Девушка демонстрирует удивительные вещи. Ее спину протыкают огромными крючьями, кладут на стулья и подвешивают к телу 30-килограммовый диск от штанги. Удивительно, Наталья ничего не чувствует. На эти кадры нельзя смотреть без содрогания. Врач скорой помощи подтверждает, это невероятно. У обычного человека в таком случае происходит разрыв кожи. Груз снимают. На спине девушки видны проколы, но кожа цела и нет ни капли крови. Иначе как чудом это не назовешь. И это не все. В арсенале Натальи еще один смертельный номер. Я проглощу этот меч длиной 50 сантиметров. Он дойдет до сюда практически, до 12-й кишки. Девушка делает специальное упражнение и приступает к демонстрации. Чтобы доказать нам, что все по-честному, Наталья отправляется в рентген-кабинет. На снимке действительно видно, шпага проникает в пищевод. Врач предупреждает, последствия могут быть непредсказуемы. Если шпага пройдет глубже, она проткнет желудок. А это гражданин Алжира Салим Хаини. Он ест все. Яйца, мясо, лампочки, бумагу, гвозди, свечи. Посмотреть, как он это делает, собираются сотни зрителей. Однажды Салим на глазах публики съел овцу весом в 35 килограммов. И вдохновлен успехом,
решил установить новый мировой рекорд. Я хочу попасть в книгу рекордов Гиннесса как первый араб, который ест все. Это будет честью для моей страны. Феноменальная способность Салима объясняется уникальными свойствами его пищеварительной системы. Стенки его желудка намного толще и прочнее, чем у обычного человека. Кроме того, желудочный сок Салима содержит большее количество соляной кислоты и способен моментально расщеплять пищу, какой бы твердой она ни была. Уникальный человек-паук. Встречайте, Мухтар. Его называют человеком-пауком, живой резиной, человеком без костей. Мухтар Гусингаджиев. Настоящее чудо гибкости и изворотливости. В быту мы не делаем вот этого. В быту мы не делаем вот этого. Он начинал тренироваться далеко не на лучших спортивных площадках. В тюрьме, в камере. Представляете, когда у вас отнимают все. Ничего нет, кроме тела. После армии Мухтар Гусингаджиев отсидел за драку 3 года. В тюрьме дал себе слово. Отныне и навсегда. Жесткий контроль над собой и своим телом. Я был единственный, как белая ворона, который не курит, не играет в карты, не матерится, а просто молча занимается своим телом. Чтобы поддерживать тело в форме, Мухтар придерживается строгой диеты. Вообще не ест мясо, а перед каждым подходом к холодильнику делает тяжелые упражнения. Заслужил вход в кухню, где я могу погрызть орешков, поесть яблок. В чем причина его феноменальных способностей? Медики утверждают, такая гибкость – признак серьезного заболевания. Вот такая гипермобильность, гиперподвижность в суставах – это, как правило, врожденное генетическое состояние, естественно. Достичь этого просто путем тренировок большинство людей не сможет. То есть... Этому заболеванию суставов традиционно подвержены жители Юго-Восточной Азии, например, индусы. Именно этим, в частности, объясняется невероятная гибкость индийских йогов. Людям с другой генетикой таких результатов добиться крайне сложно. Как правило, последствиями этих заболеваний становится то, что в возрасте у этих людей начинаются множественные артрозы, то есть суставов. Силачу Брюсу Хлебникову 21 год. В его послужном списке 3 трамвая весом 54 тонны, автобус, самолеты и даже пароход. Всего 34 рекорда Гиннесса. Могу сказать, тяжело это легко. Как-то необъяснимое такое состояние, если честно. Сложно объяснить словами. У него уже сила в волосах. Он же тянет этими волосами. Это же нереально. Феноменальной силой Брюса интересуются не только кинематографисты. Он уже сыграл Супермена. Но и ученые. Ну, это может быть особенности мышечной ткани. Это могут быть особенности костной ткани. Но силач и его семья категорически отказываются от научных исследований. Да и анализы очень много звонили разные ученые. Интересовались, вот разрешение брали, можно мы возьмем кровь, там мышцы его хотим изучить. Но как бы я советовалась, многие говорят, да не надо. Я потом сама думаю, ну а зачем это нужно? Пусть остается таким загадочным. Помните маленького ГПСа Ричарда Сандрака? Он был самым сильным мальчиком в мире. Отойдите! История Ричарда Сандрака будто списана с биографии Брюса Хлебникова. В возрасте 2 лет родители привезли его из Украины в США, а в 7 он уже был мировой знаменитостью. Позволь мне потрогать твои мышцы. Да, давай. О, вау, это несколько сантиметров вглубь между кубиками. Это невероятно. Многие люди говорят, что я употребляю стероиды, но я никогда этого не делал. Это покажется невероятным, но такой феноменальной формы Ричард достиг без стероидов. Его гены уникальны. Это врожденный эффект, это мутации, которые возникают в половых клетках. И в дальнейшем они вот как раз продуцируют специфический белок, миостатин, который отличается от белка в норме. Это белок, подавляющий рост мышц. Попадая в кровь, он подает мышечным рецепторам сигнал на прекращение роста. Повреждение генов, отвечающих за выработку миостатина,
обычного спортсмена превращает в богатыря. Эта проблема, она крайне важна, крайне интересна с точки зрения спортивной генетики, спортивной медицины, потому что сейчас борьба идет за доли сантиметра, за доли грамма. Роман Лутошкин. Обычный человек, не силач и не бодибилдер. Берется повторить знаменитые трюки Брюса Хлебникова. Измельчить лист может даже ребенок. Порвать несколько листов тоже можно, но уже труднее. А вот интересно, можно ли порвать справочник? Я попробую. Роман утверждает, весь фокус в расположении листов. Секрет этого фокуса в том, что нужно изогнуть справочник и зафиксировать вот в таком положении, чтобы получилась такая конструкция. И далее мы как бы рвем по одному листу, они просто начинают лопаться. Все. Получается! Получилось! Роман Лутошкин доказал. Сила, конечно, нужна, но отнюдь не богатырская. Календари не аргумент. Это все могло быть отработанным трюком. Но и это еще не все. Роман берется повторить один из самых удивительных трюков Брюса Хлебникова. Потянуть 2-тонный внедорожник. А сейчас я вам покажу трюк, как можно тянуть джип. Для этого нам понадобится, собственно, сам джип. Самое главное, хорошо накачанные колеса, трос, ровная поверхность и упор в виде лестницы. Вес автомобиля 2 тонны. Вес Романа всего 85 килограммов. При этом он профессионально не занимается силовыми видами спорта. Джип я тяну впервые, но думаю, силы у меня хватит. Давайте попробую. Да, сдвинуть с места джип не так уж и просто. Но смотрите, у Романа получается. У меня получилось. О, он даже видит. Джип может сдвинуть любой школьник. Роман Лутошкин смог доказать. Порвать справочник 5 сантиметров толщиной и сдвинуть с места многотонное транспортное средство под силу любому. Но ведь Брюс смог протащить 3 трамвая, пароход и самолет, привязав трос к собственным волосам. Чтобы справиться с такой задачей, одного только знания приемов недостаточно. В чем же дело? Выяснить это берется сама Анна Чапман. Привет, Брюс. Здравствуйте. Мы пришли спросить тебя о твоей необыкновенной силе. Что со мной произошло? Просто в детстве я любил смотреть по телевизору шоу силачей. Нравилось смотреть на сильных людей. Я ожидала увидеть настоящую груду мышц или великана-богатыря. Но внешне этот чудо-силач ничем не отличается от любого спортсмена. Ты самое главное, не бойся. Послушай, не бойся, не надо вот так сгибаться, ничего. Умение работать с публикой – это у него профессиональное. Ты ставишь одной ногой вот сюда, и второй сюда. Давай, смелее. Вообще, кто-нибудь встал там, да? Самый сильный человек в России владеет ушу и занимается тайским боксом. Иногда ребята боятся вставать с ним в спарринг, потому что они его знают все. Вот. И уже наслышав о том, какими он способностями обладает, остерегаются на первых порах. Если Брюсу удаются такие трюки, скелет должен быть крепче, чем у обычного человека. Это снимки позвоночника чудо-силача. Мы показали их медикам. То есть здесь есть так называемые грыжи Шмодли. Это небольшие внутрикостные, ну, назовем так условно, микропереломы. Если, конечно, он продолжит работать с тяжестями, но не будет никак защищать свою поясницу, да, может просто лопнуть диск поясничного. Экспертиза врача показала лишь травмы, связанные с перегрузками. Но никакого намека на отклонение от нормы. Чудо? Далее в программе. Болеют ли суперлюди? Не берет ее ни одна зараза. Можно ли найти с ними общий язык? Здравствуйте, так. И как они делают зарядку? Провода в руках держу, как балалайку. Смотрите сразу после рекламы. Я раскрою все тайны. В современном мире около 3000 языков. Каким количеством из них может обладать человек, никто точно не знает.
Легенда гласит, что Будда говорил на 150 языках, а Магомед знал все языки мира. Вилли Мельников из Москвы утверждает, его список давно перевалил за сотню. Вот подводный хребет, Растрепанная прическа, чуть рассеянный вид. Только необычный халат выдает в 48-летнем Вилли Мельникове стиль. Расписанный собственноручно на нескольких языках, этот халат давно стал его визитной карточкой. Вот этот мой лингвовый халат, который суть не что иное, как спецодежда. Сын полушведа-полуисландца и советской гражданки. В детстве он дружил с самой Фаиной Раневской. Муля, не нервируй меня. Снимался в кино. Познакомься, Вальдемар. Специалист в санскрите. И воевал в Афганистане. Был контужен, да, в ноябре 85 года. День считаю своим вторым днем рождения. Я получил контузию взрывной волной осколочной мины. Весь мой взвод погиб, я почему-то остался. От санчасти, в которой служил Мельников, камня на камне не осталось. Он сам выжил чудом. Его сердце остановилось на целых 9 минут. Врачи зафиксировали клиническую смерть. Можно эту вороночку пощупать. Вот. Именно отсюда у меня, ну вот скоро будет уже 9 лет, как откачали более полулитра кровянистого транссудата, гематомы. Вилли чудом остался жив, а когда вышел из комы, заговорил на 100 языках. В том числе на нескольких мертвых. Вот этот случай, эта контузия приобрело вид спонтанного такого, лавинообразного освоения языков. Эти странные листы Мельников называет лингво-гобелены. Он пишет стихи сразу на нескольких языках. Мы попросили ученых из Института языкознания проверить чудо полиглота. Этот текст написан сразу на четырех языках. Здесь казахский, вот здесь наш любимый немецкий, вот здесь узбекский. А это орхони. Орхони это был такой орхонский каганат. Ну, в общем, это одно из очень процветающих своеобразных государств, которых смел Чингисхан. Первый комментарий относительно казахского и узбекского. Текст читаемый, написан на грамотном узбекском языке. Соблюдены все фонетические законы, правила орфографии и грамматики. Вот в отношении казахского языка там были претензии, только непонятно слово «квадрон». Возможно, я его не знаю. И слово «шукуни». Вилли объяснил, это придуманные им неологизмы. Экзамен на тюркскую группу уверенно пройден. Теперь на очереди немецкий язык. «Да флокальта варта, заген дахин». Это описание вот этого приступа моей контузионной головной боли. Эти несколько строк на немецком языке, они абсолютно грамматичны. Профессиональные лингвисты потрясены. Этот человек уникум. Что именно произошло с его мозгом в момент контузии? Вилли соглашается пройти обследование с помощью магнитно-резонансного томографа. Мы сейчас смотрим структуру мозга. В Московском НИИ неврологии пациентов с травмами головного мозга диагностируют каждый день. Ну, как он уверяет, у него была операция. Если честно, я не вижу следов операции никакой. После операции на черепе кости не срастаются. Доктор Коновалов не сразу смог отыскать отверстие. Вот оно. Вероятнее всего, здесь была удалена хроническая гематома субдуральная. Если говорить о речевых центрах, да, сейчас мы сделаем, то, в принципе, речевые центры находятся совсем в другой области, не там, где была удалена гематома. Что же произошло? После контузии Вилли Мельников пережил клиническую смерть. Она не могла пройти бесследно. При остановке дыхания больше всего страдает мозг. Отдельно, так сказать, мы посмотрели на речевые зоны, на зону Брака и зону Верники, да? Вот они. Брака, да. Зона Брака, где-то здесь зона Верники. Никаких органических изменений, еще раз подчеркиваю. За речевые функции в мозге человека отвечают два центра. Оба расположены в коре левого полушария головного мозга. Область Верники отвечает за восприятие информации. Брака
за воспроизведение. Удивительно, но МРТ никаких отклонений не выявило. Мозг физически абсолютно здоров. Здесь вообще речевые центры как бы никаким образом не затронуты. Ученые подтверждают, объяснить феномен Вилли Мельникова они не в силах. Пенсионер Александр Игнатов из Липецкой области утверждает, что может проводить через себя электрический ток. В деревне Куликовка его даже прозвали антивольт. Я спросила у физиков, может ли ток быть безопасен для человеческого тела? И получила однозначный ответ. Это против всех законов. Если взяться за оголенные провода, вас просто убьет. Но наш герой жив и уверен в безопасности таких экспериментов. Кирилл Малахов лично в этом убедился. У меня до сих пор в голове не укладывается, что существуют люди, способные без особого вреда для собственного здоровья держать в руках оголенные провода. Как такое возможно? В этом и предстоит мне разобраться. В селе Куликовка пенсионер Александр Игнатов – самая настоящая звезда. Известный человек у вас, да? Он? Александр Иванович. Очень. Очень? Да. Чем знаменит? Всем. И гвозди гнет, и ток глотая. Что значит глотает ток? Ну как? Не берет ее ни одна зараза. А вот и сам чудо-человек. Здравствуйте. Александр Иванович. Да. Очень приятно. Меня зовут Кирилл. Слушайте, то есть вы тот самый человек уникальный, антивольт, народе называемый. Знаменитостью в селе Игнатов стал еще и потому, что руки у него золотые. Ремеслом зарабатывает, кому окно застеклит, кому дверь подгонит. А между первой и второй еще и стихи пишет. Сижу я в кресле, как святой, оно подключено под током. Под напряжением провода в руках держу, как балалайку. Смотри, живой. Впервые Игнатов узнал о своих способностях в 12 лет. Под руку попался сломанный выключатель с оголенными проводами. А я ночью на ощупь нашел провода. Соединил их, загорел свет, а током меня не ударил. Я предложил от слов перейти к делу. Александр Иванович принес розетку. Я даже не знаю, на какой поступок сейчас. Втыкаю один гвоздик. Вот он, уже тут под напряжением. Проверяю амперметром. Ток идет. Контрольная лампочка тоже горит. Настал решающий момент. Внимание! Не пытайтесь повторить это дома. Игнатов пальцами замыкает сеть. На самом деле в голове не укладывается, как такое возможно. Александр Иванович, вы хотите сказать, что я могу вас даже потрогать в этот момент, когда вы берете голову? Вполне. Меня не ударит? Нет. Для подстраховки проверяю руки человека антивольта амперметром. Я немножко боюсь, но... Не бойся, будь... И перчатки мне не потребуются тоже. Будь целый и невредимый. Смертельный номер. Я беру за руку человека, который держит гвозди, вставленные в розетку. Прям за руку можно? За руку можно. Здорово, комиссия. Привет, дружище. Я боюсь. Нет, не бьет. У меня не укладывается это в голове. Я проверил все несколько раз. Эксперимент проведен честно. Движение прыгает, но оно есть. Сейчас чувствую, вроде кто-то там ворочается. Ну, чтобы это было наглядней, я могу сделать так. Конечно. И должно, по идее, помочь. Опа. Теперь человек-антивольт собирается вскипятить воду. Пенсионер утверждает, его необыкновенные способности придают воде особые свойства. Начинает когда кипеть, так. Я вытаскиваю и абсолютно заряжаю воду. Из простой водички становится целебная вода. Все. Достаточно? Достаточно. То есть вы электричество пропускаете, как вы утверждаете, через себя, и вода заряжается? Однако, не все так просто. Ладонь Александра Ивановича местами все-таки чувствует электричество. Мы экспериментировать не будем, но интересно, вы можете вот так приложить руку? Ну, вот эту какой-то другой частью, а не ладонью. Во. Тут вот я чувствую. Ага, тут чувствуется, да? А здесь не чувствуется? А здесь нет. Бьет? Чувствую. Временами. Что скажет биофизик? Вот смотрю на его руки, нет, даже, я думаю, что в первую очередь это, конечно, нечувствительность. Он попадает под то напряжение, когда оно его не
калечит, а просто у нее нет чувствительности. Заведующий кафедрой биофизики Московского государственного университета заявляет, эти уникальные способности можно объяснить. Электрическая цепь, образованная телом этого человека, имеет высокое сопротивление. Кровь и лимфа – это полностью морская вода. То есть это очень хороший проводник. Контактные сопротивления могут быть большими, только если это просто сухие руки. По-видимому, кожа этого человека настолько сухая, что ее сопротивление сравнимо с сопротивлением резиновых перчаток. Мокрыми руками это может быть смертельно. Сухими руками он успеет отдернуться, то есть итог будет не очень сильный. Итак, у чуда два простых объяснения. Слабая чувствительность к электрическому разряду и очень сухие ладони, почти без воды. Еще раз предупреждаем, не пытайтесь повторить в домашних условиях. Это действительно опасно для жизни. Я уверен в себе! Я уверен в себе! Эти люди голыми ногами ходят по раскаленным углям и уверяют, что не чувствуют боли, а скорее наоборот, испытывают удовольствие. И это не самое поразительное. Парадокс в том, что после испытания огнем на ногах современных йогов не остается ожогов. В чем секрет этих чудо-способностей? Психотерапевт Игорь Вагин утверждает, на самом деле ходить по углям может каждый, даже ребенок. Главное – правильно ставить ногу. В любом деле есть свои маленькие профессиональные хитрости. Если вы заметили, угли рассыпаются, не лежат таким толстым слоем, а рассыпаны. Причем, как правило, уже угли хорошо прогоревшие. Кроме того, по словам физиологов, если единовременный контакт босой ноги с углями не превышает 3 секунд, это абсолютно безопасно. Таким чудо-человеком может стать каждый. Список людей X пополняется ежедневно. В нем уже есть девочка-птица, человек-дерево, живые рентгены, люди без костей. Но я убедилась, почти любое чудо можно объяснить с научной точки зрения. И прежде чем провозгласить себя сверхчеловеком, помните, для каждого существует лишь то, во что он хотел бы верить. Да и сама вера, знаете, может двигать горы. С вами была я, Анна Чапман. Увидимся ровно через неделю на телеканале РЕН-ТВ.